Добрый вечер. Сегодня я вам прочитаю сказку на ночь «Карандаш и Самоделкин на Марсе». Автор Валентин Постников. Глава первая, в которой бывшие разбойники решают стать сыщиками-следопытами. Пират Буль-Буль и его верный длинноносый помощник шпион Дырка, как-то раз остановившись перед огромным желтым зданием, задрав головы, принялись внимательно изучать длиннющий список на белом листе бумаги, который был приклеен возле дверей высокого дома. «Курсы кройки и шитья», – прочитал слух шпион Дырка. «Хорошо бы нам научиться шить и штопать, а то у меня все носки дырявые, аж пальцы наружу торчат». «Что мы, девчонки, что ли?» – отмахнулся от него пират Буль-Буль. «Может быть, нам спортом заняться?» – не унимался шпион Дырка. «Штангу поднимать, на роликах с гор кататься, а?» «Еще придумал, на штанге кататься – это сложно», – ответил, почесывая вываливающийся из-под рюхи пузо пират Буль-Буль. «Нам бы что-то попроще, и чтобы использовать для дела», – рассуждал разбойник. «Ну тогда пошли учиться лобзиком по дереву выпиливать», – читая список дальше, предложил шпион Дырка. «А это еще зачем?» – не понял пират Буль-Буль. «Фигуры всякие художественные выпиливать, кораблики, пароходики», – мечтательно ответил длинноносый Дырка. «Это пускай всякие там отличники в очках выпиливают», – огрызнулся бородатый пират. «А нам от этих выпиливаний никакой практической пользы. Одна возня да пыль. Мы с тобой, пожалуй, вот куда пойдем», – ткнул Дырку носом пират Буль-Буль в небольшое объявление, которое было приклеено к двери где-то сбоку. «Школа сыщиков и следопытов». «А зачем нам школа следокопытов?» – удивился Дырка. «Сколько раз мы с тобой хотели найти сокровища? Много? А сколько раз мы садились в лужу и ничего не находили, а только синяки да шишки набивали? Много, то-то. И все из-за чего? Из-за того, что мы не умеем их искать, не умеем выслеживать, вынюхивать и подслушивать», — пояснил пират Буль-Буль. «А в этой школе нас всему обучат, и мы наконец сможем отыскать сокровища». «А, теперь понятно», — закивал головой Дырка. «Только боюсь, нас не примут туда. Небось, отличников и хорошистов только берут. А нас прогонят». «Ничего не прогонят. Чем мы с тобой хуже этих отличников-очкариков?» — грозно сказал пират Буль-Буль и решительно толкнул дверь. «Пошли. Надеюсь, вам понравилось, и вы будете ждать продолжения. А теперь пора спать. Спокойной ночи».